Ютубе. Итак, сейчас я покажу персонажей в Gacha Life своих. У меня есть ТикТок. В следующем видео я, может быть, покажу свой аккаунт. Я не знаю, может быть. В общем, сейчас грузится Gacha Life. Я сюда вернулась. Может, буду снимать, но может и редко. Так что, ой, надо звук выключить, то сейчас заорёт мне музыка. Звук выключаем. Всё, выключаю звук. И я вам покажу своего самого некрасивого персонажа, которого я вообще-то ещё не доделала. Ну, поделать. Чёлка некрасивая. Давайте поменяем от этого. Чёлка. Она быть обычная такая, как шла подящие усы. Мне они понравились. Я покажу вам, какие. Какая чёлка мне понравилась. Ой. Так, сейчас покажу. Если честно, мне понравилась какая-то из этих. А вот, да. Это. Мне сильно понравилась эта чёлка, и я начала использовать очень часто. Угу. Так, волосы. Так, какие корешка? Люблю корешку Gacha Life. Сначала не любила, теперь люблю. Давайте какую-нибудь обувь нормальную выберем. Такую что? Нет. Назад. Сделаю. Так, всё. Короче. Конечно, я не знаю даже, как объяснить. Но у меня есть такая, как капюшон вот такой. Он очень красивый. Если использовать его по цели. Очень красивый. Короче, это видеоурок, как создать нормального персонажа Gacha. Честно, качество не очень, конечно. Так. Ну и все равно. Ну зачем качество? Короче, можно создать либо вот такие вот глазки, либо вот такие. Ну, такие не очень красивые, кстати. Некоторые выбирают вот такие. Ну, эти тоже красивые, но это только для милашных персонажей. А это для красивых. Это эмоция персонажей. Глаза такие. Злые, например. Брови можете обычно взять. В общем. Глаза. Цвет. Глаза можно, ну, в основном все часто начинающие гачеры выбирают с этой стороны. Именно вот эту яркую. А нужно, вот смотрите, какие тут цвета красивые. Очень красивые. Видите? Можно и тут использовать. На носу у меня какая-то странная штука. Ой, надо будет ловить. Ай. Муся. Там Муся. В общем, я вам советую, не надо очки, потому что, ну, если, конечно, Варус 13 карт, то можно. Вот. Вроде, ну, не обращайте внимания на посторонние звуки. В общем, где-то можно такие. Короче, я выберу какую-нибудь кепочку. В основном моя подруга выбирала вот такую кепочку. Вот такую кепочку, либо рожки, например. Либо это для мальчиков рожки, это для девочек рожки, походу. Ну, это для всех, наверное. Я еще вам посоветую вот такую штуку. Да. Вот. И
Оп. И оп. Второй тоже так же. Короче, это из сена типа создано. Вроде все почти что. Вот тут вот у меня свет. В основном гачеры начинающие, они выбирают как-то несочетаемые цвета, которые не сочетаются. Давайте поговорим о гаче. Честно, если честно, гача, она очень нормальная. Это нормальная игра для детей, можно сказать. Гача Лайф — это такая игра, там переодевашки, типа. Вот, и, в общем, сейчас я на минуточку отключу звук. В общем, я вам сейчас расскажу о Gacha Life. Ну, короче, если честно, эта игра, она не только для детей, но и для всех. Это можно даже сказать для подростков. Для подростков. Подростков. Сейчас подарочек не надо. Еще смотрите, какая тут фишка новая есть. Видите? Можно тут играть, кстати. Вот, видите? Ловить картошку, например. Я немножечко проиграла, но ничего страшного. Я проиграла немножечко. У меня зато 0 кристалликов получила. Еще кое-что. Вообще, оружие тоже можно выбирать красиво. Ни пистолетики, ни ножи. А знаете что? Мороженка, кисточки, ручечки, веера, зонтики. В общем, вот это мой персонаж, который... Это не обращайте внимания, это другой персонаж. Это я. Это персонаж моей мамы. Ну, конечно, красивый. Только глаза какие-то не очень. И рот. Несочетаемые цвета, но ничего. Видите, какие у меня? Вот, смотрите. Вот этот персонажик мне понравился больше всего. И вот этот. Можно сказать позу, можно сделать. Некоторые гачеры убирают вот такую позу. А некоторые даже и такие. Или такую даже. Но вообще нужно либо такую позу, либо вот такую позу, либо вообще вот такую позу. Кстати, красиво, мне понравилось. Знаете, как изменить цвет кожи? Вот, видите? Ни в коем случае, гачеры, ни в коем случае не нажимайте на вот эти две кнопочки. Потому что... Это просто жесть. Если вы это сделаете, то тогда у вас будет какой-то странный персонаж, который не меняется больше. Ну, меняется, но это заново долго делать. В общем, еще одна минуточка, и я заканчиваю видосик. Сейчас я вам всех моих персонажей высвечу. Это не обращайте внимания. Это просто перс. Это какая-то девочка. Я ее создавала. Это я. Это какая-то девка. Ой. Это перс моей мамы. Красивый. Никогда не удалю. А это... Не знаю, короче. Вот. Это все мои персонажи, да. Классно.
Вот, советую вам не брать очки, потому что они не очень красиво смотрятся на персонажа. Вот. Феликс. Я тут сначала Феликс из страны Скар делал. Ромео, Пик, Данте. Что-то забыла было. Персмама. В общем, всем пока. Приятного аппетита, кто кушает. И всем пока. Короче, если хотите, я вам могу посоветовать последнюю пузу, которая вот такая. Вот. А если бегать, то вот такая поза. В общем, всем пока. Всем хорошего дня. Всем спокойной ночи поспить. Всем пока. Ой, 11 минут идут видео.